А что современные православные там, или католики могут предложить мусульманскому миру? Что? Водку, проституцию, наркоманию, ненависть друг к другу и так далее. И полностью брошенные дети. Говорят, ну что, христианство – это вера алкоголиков и проституток. Любая женщина крещенная, только свистни, и они, там 20 человек тут же улягутся. У них гражданский брак. И все, и никаких обязанностей. Поэтому, говорит, это религия животных. И эти же животные, они убивают собственных детей, так чего? А мусульманство нет. Каждый мусульманин рад каждому ребеночку, он их любит. Современный мусульманин, он хочет умереть за свою веру. Он обматывает себя динамитом, куда ему его мулы, улемы прикажут, он туда идет и умирает, взрывает вместе с собой. Он готов с собой пожертвовать. Его объявляют террористом. Но он не для того это делает, что хочет нагнать страху на весь мир. Конечно, Европа, она трясется от страха и, так сказать, изгибается под собственной толерантностью. Но ничего не могут сделать. Потому что нету таких юношей, которые готовы умирать за Христа. Из всех так называемых христианских юношей таких только нет. Они только ходят, все, и ноются, что-то жалуются, и все им плохо, и они знают как, и помогите, и только в церкви и слышно. Помогите, помогите, помогите. Вот все наоборот. Все выродилось, все изменилось. В этом причина. Поэтому сейчас любой мусульманин, он является примером. Все наоборот. Кто бы мог подумать, что исламский мир станет примером. А почему эти юноши умирают? Ну, потому что они не хотят, чтобы у них было государство, которым правят педерасты. Они не хотят, чтобы вот эта эстрада похабная к ним.